рамках визита на юг Украины чрезвычайный полномочный посол Королевства Нидерланды в Украине господин Кейс Клопенхауэр вместе с представителями посольства и резидентами голландских компаний посетили Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. В стенах университета почетных гостей встретили со всем украинским радушием, с хлебом и солью и традиционным символом украинской культуры рушником. Основной целью визита господина посла стало знакомство с возможностями и научным потенциалом университета, а также установление связи между НУК и голландскими компаниями. Встреча проходила в конференц-зале Центра европейской интеграции в формате круглого стола, где состоялся диалог между представителями Голландии и вуза. Делегаты, в том числе и господин посол, были ознакомлены с основной деятельностью и достижениями университета. С подробной презентацией выступил руководитель Центра европейской интеграции Ростислав Рыжков, который ознакомил коллег с историей и структурой университета, окрестил основные научные школы и достижения в развитии международного сотрудничества НУК. В частности, в сфере кооперации с ведущими мировыми и европейскими судостроительными предприятиями, такими как Ашима Шипбилдинг, Япония, Рижский судостроительный завод, Латвия, Даман Чиперс Групп, Нидерланды. Также был представлен генеральный план развития НУК. После презентации состоялось обсуждение, в ходе которого господин Клопенхауэр ознакомил представителей университета с инициативой голландского правительства по развитию речных и морских ресурсов Украины, в том числе портовой инфраструктуры в рамках масштабного проекта «Днепро Девелопмент», и выразил пожелание о дальнейшем сотрудничестве университета и голландских компаний в рамках данного масштабного проекта. Во время встречи представители голландских компаний не упустили возможность задать профессорам НУК углубленные вопросы, касающиеся судостроения, и выразили свою заинтересованность в сотрудничестве со специалистами университета. В финале встречи господин Кейс Клопенхауэр отметил, что необходимо и дальше налаживать отношения между нашими странами, в том числе и деловые отношения Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и представителями голландской промышленности.